вспоминаем, что было в прошлый раз. Предел. Предел последовательности, а именно равенно некоторому числу b, если для любого эпсилона больше нуля существует такое, как для любого n больше k, а n минус b по модулю меньше b. Было такое или нет? Да? Замечательно. Вот если в последовательности есть предел, то мы ее называем сходящейся. Мы ее называем сходящейся последовательностью. А вот на соседней доске я напишу по виду совсем другое определение и в ближайшее время докажу, что на самом деле это одно и то же. Последовательность сходится в себе, сходящаяся в себе последовательность. Для любого эпсилон больше нуля. Существует k. Для любых m и n больше k, то есть оба числа m больше, давайте подробно напишу. M больше k и n больше, чем k. А m минус а m меньше эпсилона. Ребята, заметьте, пожалуйста, в чем разница этих двух определений. Здесь нет числа b, здесь нет предела. А здесь есть предел. Вот что, по сути, написано на правой доске? Что члены последовательности с какого-то момента близки друг к другу. Согласны? Сейчас нужно для начала доказать, что если последовательность вот такая, если она сходится, то в таком случае она обязательно сходится в себе. Это очень легко, но это нужно обязательно сделать. Понять, что вы поняли почему. Повторяю задачу. Докажите, что всякая сходящаяся последовательность сходится в себе. Для начала докажите, что если верим вот этому факту, если последовательность сходится, то в таком случае она сходится в себе. Да, что? Попробую сложить модуль. Понятнее. Ну, сложить модуль из первого уравнения, с модулем из второго. Не понимаю. Это же может быть одним словом. Ну, понятно, можете объяснить. Смотрите, вам нужно доказать, что эта величина маленькая. Да. Как это по сути делается? Смотрите, идет по улице нужен человек и держит правой рукой, я не знаю, там, картошку, а левой рукой, что там может держать? Морковку. Да-да, замечательно. Докажите, что расстояние между картошкой и морковкой не может быть слишком большим. То есть он же знает, что они все находятся в одном отрезочке. Почему они не могут быть большими? Потому что руки у него короткие. Да? Слишком сильно он их расставить не может. Замечательно. Как это геометрически показать? Да. Есть у нас прямая, есть число b. Да. Представьте себе, что мы берем окрестность точки b. Так вот, в таком случае расстояние между любыми двумя точками, как бы они там ни располагались, не больше вот этого, правильно? Как написать неравенство? Да понятно как. АМное минус АМное меньше или равно. Кстати, как это называется? Вот я пишу. Неравенство треугольника. Неравенство треугольника. А это меньше, чем эпсилон пополам плюс эпсилон пополам. Если мы позаботимся, что вот эта величина меньше, чем эпсилон пополам. И это тоже меньше, чем эпсилон пополам. А почему мы можем этого добиться? А потому что здесь было любое положительное число. Половинка от положительного числа – это тоже положительное число. Поэтому если мы здесь напишем не эпсилон, а эпсилон пополам, то все будет верно, правда? Для любого положительного числа эпсилон пополам. Доказал? Доказал. Просто эпсилон пополам плюс эпсилон пополам – это эпсилон. В обратную сторону намного тяжелее. Смотрите, почему.
создать вот это самое число b. У нас есть какая-то последовательность. Мы знаем, что начиная с некоторого момента разность между любыми членами будет меньше 1/10. Начиная еще с какого-то момента будет меньше 1/100. Начиная с еще какого-то момента будет меньше 1/2020. И так далее, и так далее. Это все замечательно. Но откуда взять b? Как вы считаете? Вот куда? Откуда b взять? В тот момент, когда an будет примерно равно нулю. О, ошибка примерно равно нулю. Ну, то есть настолько маленький отрезок, что все следующие значения принадлежат ему. И при этом этот отрезок как очень маленький. Как это сказать понятным образом? Посмотрите, вот в эту сторону слева направо было все, ну просто абсолютно очевидно, правда? Абсолютно ну, вместо b пишем an. Так, невозможно. B это должно быть какое-то конкретное число. Она ни от чего не зависит. Ну. А вот мы ну, вот оно ни от чего не должно зависеть. Это конкретное, четкое. Понятно, да? Это четкое число. Ну, на самом деле, эта теорема в высшей степени важна. Потому что пользоваться определением исходящей последовательности в таком виде очень часто приходится. И поэтому я ее сейчас со всеми подробностями и со всей тщательностью докажу. Для того, чтобы это сделать, я сначала забуду про все правильно. И немножко философствую. Я объясню. Что такое точная верхняя грань любого числового множества? И что такое его точная нижняя грань? Нет, не придет. Смотрите, какая история. У нас есть вещественная математика. Представьте себе, что у нас есть какие-то точки. Я не знаю, как они расположены. Абсолютно любое множество точек. Понятна ли вам идея, что иногда может быть так, что все эти точки расположены слева от некоторой точки Y? То есть, вот если так, для любого числа m меньше или равно y. Такое возможно? Так вот, в таком случае Y называют верхней гранью. Верхней гранью. А. Верхняя грань. Ну, то есть она сверху. Да? И все точки множества лежат. Это точка Y или Y. Отлично. Догадайтесь, если m больше или равно x, как тогда называют нижнюю грань? Нижнюю. Отлично. Нижняя грань и точка. Что? О, сейчас поговорим. Так вот, конечно, нижних граней у любого множества бесконечно много, если оно вообще ограничено. Если есть хоть одна, то любое меньшее число является нижней граней. Точно так, если есть верхняя грань, то любое большее число является верхней граней. Бывает, что верхней грани вообще нет. Что это в таком случае означает? Что среди точек множества бывают сколько угодно большие. Неправильные. Например, неправильные числа. Да. Бывает, что нижней грани нет. Называется множество неограничено снизу. Понятно? Отрицательные. Неправильные. Например, отрицательные целые числа. Да. Вот, это понятно. Но вот, ребят, представьте себе, что верхняя грань все-таки есть. Оказывается, если есть хотя бы одна верхняя грань, то множество всех верхних граней устроено следующим образом. Среди верхних граней есть самая маленькая. И тогда все числа, которые больше, тоже верхние грани. А все, которые меньше, не являются верхними гранями. Понятно? Вот. Это очень важная теорема.
И я думаю, что прежде чем вот разбираться с этим происходящим процессом и так далее, на самом деле, ну, да, это доказать теорему, если m ограничено сверху, ну, то есть, если есть, в принципе, хоть одна верхняя грань, если m ограничено сверху, то есть наименьшая, она же называется точная. Есть наименьшая, обычно говорят точная, верхняя грань. Это очень легко, на самом деле, доказать, но давайте это сделаем. Кстати, понятно, да? Если m ограничено снизу, то что? То же самое. Есть точная и нижняя грань. Есть самая большая. Есть нижняя грань. Мы сейчас разбираемся с тем, что такое точная верхняя и точная нижняя грань ограниченного множества. Теорема, которую мы сейчас хотим доказать, такая. Если m ограничено сверху, да, ограничено сверху, то есть наименьшая верхняя грань. И, соответственно, если m ограничено снизу, то есть... Между прочим, мне приятнее будет доказывать, когда m ограничено снизу. Можно? Вы согласны, что просто поменяв знаки, вы сводите сверху и снизу? Вот. А доказательство между тем будет чуть-чуть проще. Давайте я перепишу. Почему это проще? Сейчас узнаем. Если ограничено снизу, то есть наибольшая нижняя грань. Пусть будет так. Сейчас увидите, почему так будет легче. Доказательство абсолютно, абсолютно очевидно. Смотрите. Вот у нас есть человек Майя. Множество ограничено снизу. Вы согласны, что если оно ограничено снизу, то оно ограничено снизу и каким-то целым числом? Понятно? Ну вот просто если вот оно ограничено чем-то, то идете до ближайшего целого числа. Да? Отлично. Значит, есть такое целое число. Ну отлично. Ну а дальше, любимое, куда идем с пятачком? Надо от этого целого числа пойти на единицу вправо и посмотреть, это нижняя грань или нет. Если это нижняя грань, то вместо него взять вот это. Вот. Ну пусть вот это было. Вот. А дальше уже не нижняя грань. Значит, мы говорим, что мы нашли с точностью до единицы. Поняли эти? А дальше надо взять отрезок от этого числа до следующего целого, разделить его на 10 равных частей и про каждое из них спросить, это нижняя грань или нет. И вы найдете тогда такую нижнюю грань, что вот на одну десятую сдвинешься, это уже будет не нижняя грань, а она сама еще нижняя. Это называется, мы ее нашли с точностью до 1/10. Ну, понятно. Вот он до 1/100, до 1/1000 и так далее. И так мы просто строим периодическую. Почему периодическую? Нет. Какую-то десятичную тропию. Никто не сказал, что это будет обязательно рациональное число. Какое-то. Но какое-то мы построили. Все. Теорию доказали? Да. Доказали. А зачем сверху? А сверху хуже, потому что вы там разряды будете получать. Ну, понимаете, вы будете... Да, вот из этих фокусов, да. А почему мы снизу не можем отказаться, потому что 1,9,9,9? Ну, потому что вы тогда туда и перескочите сразу. Потому что если вы получите все подряд девятки, то на самом деле можно было взять сразу следующую, и вы бы ее и взяли. А получается, нижняя крайняя, это может быть самое минимальное число? Так это оно и будет самое минимальное, как иначе-то? Потому что если бы была нижняя грань еще побольше, то между ними было бы настоящее расстояние, и просто... в какой-то момент получилось бы, что наша конструкция не пройдет работу. Если, например, на меньшей грани ты ровно единица, то 0,9,9,9,9. Нет. Значит, нет. Самое минимальное число. Если единицу, то наша конструкция и даст единицу. Ага, все понятно. Так, понятно. Хорошо. А теперь давайте возвращаемся к нашей теореме. Так, для опоздавшего, значит, напоминаю, что мы сейчас доказываем равносильность двух утверждений. При этом то, что из левого следует правое, доказано вот этой строчкой. И
все очевидно. Представьте себе, что нам с вами дали сходящуюся в себе мысль. Я сейчас хочу в некотором смысле ее зажимать. Понимаете, Тим? Ну, конечно. При этом я уже могу пользоваться существованием, помните? Это самый точный верхний и точный нижний край. Всем понятно, что если апостенция такая, то она ограничена. Да. Почему? Потому что, начиная с некоторого момента, они все начинают друг от друга мало отличаться. Значит, от одного из них они отличаются меньше, чем на эпсилон. Да. Ну, а все, что были до этого, ну, их конечное число, поэтому это не влияет. Поэтому любая такая апостенция, разумеется, ограничена. Отлично. Так что я сейчас сделаю? Я введу некоторое множество. Таких множеств будет даже много. Смотрите. Множество B как T. Это вот что такое. Это АК, АК плюс первое, АК плюс второе, так далее, так далее. Я отбрасываю первые несколько членов. Ну вот, например, B первое – это просто вся последовательность. Множество всех точек, принадлежащих последовательности. B второе – это все, кроме первого числа. B третье – все, кроме первого. И так далее. Каждая из этих B катых – это ограниченное множество. Но вся последовательность ограниченная, значит, любое подмножество тоже ограничено. Так, пока все понятно? Да. А вот внимание. А у ограниченного множества есть точная нижняя грань и точная верхняя. Так и давайте их введем. Смотрите. Х т инфинум. Точная нижняя грань. А у к т что? Супренум. Точная верхняя грань. Что получается на картинке? Есть некоторый отрезок от х-катого до y-катого. И наша последовательность как-то там бегает. Понятно? Все числа, начиная с а-катого, расположены между х-катом и y-катом. Так, пока все понятно, да? Пока все понятно. Хорошо. А теперь очень важная вещь. Смотрите-ка, господа, а вы понимаете, что если они близки, то в таком случае этот отрезок слишком большим быть не может? Да. Если среди наших чисел есть сколь угодно близко сюда и сколь угодно близко сюда, они же точные, да? Значит, вот эта длина не больше, чем эпсилон. Правильно? Логично. А это означает, что вот этот отрезок при больших k маленький. Пока все. Потому что будет сужаться, сужаться. Еще. Понимаете ли вы, что множество b1 содержит в себе b2? Оно содержит b3, оно содержит b4 и так далее, и так далее. Потому что, как получается b2? Надо выбросить одну точку. Кстати, почему я здесь пишу, что может совпадать? Потому что случайно, скажем, А1 может равняться А28. И тогда множество вообще не изменилось от того, что мы первый член убрали. Да? Но в любом случае больше от того, что мы выбросили какие-то точки, оно не может быть. А теперь внимание. Вот, я не знаю, тиски видели когда-нибудь слесарные? Какие слесарные? Ну, понятно. А? Ну, если вам нужно обработать какую-нибудь деталь, то любимое развлечение стоит то, чтобы зажать ее. Называется зажать тиска. А, тиски, понял. Да? Вот. Ну, там крутится такая ручка, они постепенно едут такие две параллельные плоскости, между ними зажимается, и после этого делаешь, что хочешь, потом опять. Да? Так вот, это есть самое тиски. Смотрите. У нас как-то множество B1 было зажато между X1 и Y1. Множество B1 чуть-чуть уменьшилось. Что произойдет? Эти числа могли сдвинуться. Да. Но по какому принципу они могли сдвинуться? X чуть-чуть могло подвинуться направо, а Y могло подвинуться налево. Понятно? Да. Вот. Замечательно.
способ, куда тушить свою добычу. И сворачивается как? Сворачивается вокруг нее. Уменьшается. Уменьшается объем, он такой. Жертва должна дышать. А что такое дыхание? Это вдох и выдох, да? Когда жертва выдыхает, а она не может не выдохнуть, удав быстро-быстро подворачивает свои кольца, да? И после этого, когда жертва пытается вдохнуть, он их старается уже не расшимать. Угу. Потом жертва еще раз выдыхает, ну, ей надо как-то пытаться дышать, он еще подвернул свои кольца, подвернул и так далее. Почему ужас? Способ питания такой. Так он добивается, да? Вот, то есть не то, что он ее просто начал душить. Нет, он прислушивается, делает это как бы, с учетом поведения жертвы. Да? Вот, ну, у нас здесь никакого удава нет, но по сути то же самое. X движутся вправо, а Y движутся влево. Давайте это запишем. Последовательность x1 и так далее обладает следующим способом. x1 меньше или равно x2, меньше или равно x3 и так далее, и так далее, и так далее. Последовательность y обладает следующим свойством. y1 больше или равно, чем y2, больше или равно, чем y3 и так далее, и так далее. А теперь догадайтесь, что я возьму в качестве b. Точную верхнюю грань множества иксов. Объясняю почему. Потому что все игреки являются верхними гранями для иксов. Да. И значит, если я возьму такое число, а собственно, почему нельзя взять? Ведь все иксы лежат на отрезке от x1 до y1. Правильно? А того ограниченного множества есть точная верхняя грань. Значит, я могу написать, что B, если не написать, ну давайте здесь. B это есть супренум всех иксов. Да? Точная верхняя грань иксов. Заметьте, пожалуйста, B меньше или равно всех игреков. Понятно? Потому что любой y является верхней гранью для всей последовательности иксов. И вот сейчас надо понять, по какой такой интересной причине, на самом деле число b является пределом. Это очень просто. Помните, я говорил, что если у нас вот такое является, то верно начинается некоторый момент, да? То все эти числа лежат на отрезке длины не больше, чем эпсилон. А, так как мы нашли то есть для любого положительного числа эпсилон, разность между x-катом и y-катом для какого-то k будет меньше или равна эпсилон, так? А это значит, что вот это вот число b, которое мы сюда сумели, которое больше или равно, чем все x, и меньше или равно, чем все y, обладает замечательным свойством, что с какого-то момента оно лежит на отрезке, длина которого не больше, чем эпсилон. Так значит, в эпсилон ответственности этого числа b лежит и x-каты, и y-каты. Да. И значит, и вся последовательность. Потому что вся последовательность лежит между x-катом и y-катом, начиная с а-катом. Все. Доказал? Заметьте, пожалуйста, если бы я не рассказал вам про точную верхнюю грань, то было бы совершенно непонятно. Но точные верхние, точные нижние грани используются в огромном количестве случаев. И вот, соответственно, в общем, это важно. Так. Проехали? Проехали. Кто-нибудь знает, как называется вот это вот что-то или нет? Ну, вот, вот, вот это написано. Критерий Коши. Коши – это замечательный французский математик, который сделал очень много, написал какое-то огромное количество математических работ, в том числе он сделал очень много хорошего.
Но известен в истории математики, что называется, своими человеческими качествами. Человеческие качества у него были такие, что он был редактором журнала, и когда туда приходили работы разных математиков, в том числе Шевченко, например, туда в какой-то момент поступила работа Эвриста Гуа, замечательная яркая математика, то он чаще всего не читал эти работы. Понятно, почему не читал? Понимал. Да? Не читая по нему. Нет, проще. Верит. Потому что некогда свои писать надо. Вот, ну это, в общем, например, Галуа это стоило жить. Потому что Эвриста Галуа. Потому что ее работа была прочитана через очень большое время, а он умер, погиб на дуэли и так далее, именно от непризнания. Да? Его из-за этого не, там, не приняли в Парижский университет, там, нормальная школа, это там, называлось, и так далее. Так что иногда бывает, что яркий специалист очень грустно, но чудовищным образом влияет на жизнь других людей, просто потому что занимается своим делом и не обращает внимания на других. Вот. Но все-таки для математики он делал очень многое, и несмотря, хотя это не была не единственная его история такого типа, он очень много, чтобы сказать, не читал других людей. Вот. А как сейчас решена эта проблема всегда? Как в математике сейчас решена вот эта проблема? Она сейчас решена кардинальным образом. Есть сайт archive.org. Интернет-сайт? Нет, это тоже называется. Интернет-архив или портал? Вот такой сайт. И любой человек может туда загрузить научную работу. Куда же вы можете? Единственное, там все-таки есть люди, которые так более-менее смотрят, что же туда загрузили. И если это совсем-совсем, ну, не знаю, там, реклама там, не знаю, дверных ручек или чего-нибудь, то срочно это удаляют. Вот. Но в общем реально такого не происходит. Ошибочные работы там, конечно, бывают. Их тоже стараются более-менее выявлять, но там все настроено на то, чтобы, ну, что называется, вот эта вот история с кошей не повторилась. Понятно, да? То, что в наш электронный век, в общем, можно позволить любому человеку разнести там свою статью и, ну, повторяю, если это не откровенный бред, это не какая-то политическая реклама или что-нибудь такое, то это там оставляют и, ну, так, да, это могут написать какие-нибудь отрицательные отзывы и так далее, но вот, то есть математики старались. Кстати, на этом сайте есть не только математика, там есть раздел, посвященный некоторым другим наукам. И еще принципиально важное свойство этого, он бесплатный. Поэтому огромное количество статей, которые выходят в дорогих журналах, авторами выкладываются в этот бесплатный доступ. И, ну, что называется... Как-то странно. Это не странно. В журнале плата за то, что там есть рецензенты. Кстати, рецензенты чаще всего работают бесплатно в математике. И вот есть рецензенты, которые, что называется, проверяют эту статью. Понятно, да? И как бы вот если статья вышла в каком-то уважаемом журнале, то это, ну, что хорошо бы это прочитать, да, что, скорее всего, это правда. А если она просто опубликована в интернете, то просто читай. А в archive.org, то есть много ложных статей? Нет, почти нет. Ну, я не знаю, вот вы будете сейчас писать какой-то бред, чтобы туда положить? Нет же? Ну, очевидно, нет. И вот, те, кто посылают, они, разумеется, уверены. И в абсолютном большинстве случаев, если там какая-то ошибка, ну, обнаруживается, но человек читает, понимает, убирает свою статью. То есть там все абсолютно работает. Вот, абсолютно нормально все. Да? Вот, и это хорошо. Потому что все-таки вот история Галуа и других аналогичных людей, она была очень грустная, и хорошо, чтобы она никогда не повторилась. Да, ну что, то есть последовательность Каши, фундаментальная последовательность, последовательность, сходящаяся в себе, это все одно и то же. Это последовательность, которая удовлетворяет вот,
Все понятно. Хорошо. Вот. Я уже сегодня на предыдущем занятии доказал компактность теста. Я сейчас расскажу, что это такое. А давайте мы еще раз это докажем. Только на этот раз при помощи только что введенного понятия точной верхней меры. Давайте я напишу. Нужно напомнить понятие открытое множество. Множество M открытое. Если для любого его элемента существует такое положительное число, что для любой точки, ну, например, если это вещественная прямая, то для любой точки прямой. Если это плоскость, то для любой точки плоскость. Если пространство, то для любой точки пространство. Вот. Из того, что x минус m меньше, чем эпсилон, следует, что x принадлежит m. Вот, пожалуйста, попытайтесь понять, что это такое. Людей не открытого почитали? Поняли? Да. Точно поняли? Множество, которое вместе с каждой своей точкой содержит то, что называется эпсилон окрестность. Правильно? Замечательно. А вот теперь я докажу замечательную теорию. Если отрезок покрыт открытыми множествами, или круг, или квадрат, или куб, то среди них есть конечный набор, которые тоже покрывают тот же самый отрезок, или квадрат, или круг. Теорема называется компактность отрезка. Отрезок компактный. Да. Теорема Кольта говорит так. Отрезок компактный. Из любого покрытия отрезка открытыми множествами можно выбрать конечное подпокрытие. Пока все понятно? Пока все понятно. Замечательно. Так вот, я методом деления пополам это уже доказал. Сейчас давайте рассмотрим другое доказательство этой теоремы с использованием точной верхней грани. Оно ничуть не сложнее. Смотрите. Пусть есть отрезок, который как-то покрыт интервальчиком. Ответим нужно. Возьмем его левый конец. А левый конец как-то покрыт. Но он покрыт открытым множеством. Значит, есть какой-то интервальчик, который лежит в этом открытом множестве. И значит, на самом деле покрыт не только он, а покрыт какой-то и интервал. Так? Это интервал. Этот замкнутый, а здесь открытый. Понятно, да? Отлично. Вот и давайте так напишем. Вот есть у нас наш отрезок от А до Б. И есть такое число x, что интервал от А до x покрыт. Покрыт. Ой, почему? Просто до... Весь отрезок от А до x покрыт конечным. Да? Наших А-альфа. Понятно идея? Вот у нас есть какое-то покрытие открытыми множествами. Вот из них можно выбрать несколько штук, которые покрывают этот отрезок. Такое число x существует. Например, x равно а. Точка а покрыта точкой а. Тем интервалом, который покрывает точку а. Так? Замечательно. А вот сейчас для всех таких я возьму точную верхнюю грань. Наверное, это настолько важно, что, наверное, стоит написать. Рассмотрим. Точную верхнюю грань таких x, что отрезок от а до x покрыт конечным набором. Понимаете ли вы, что она существует?
Почему? Ну, потому что точка B является, как бы, у нас все иксы лежат на отрезке от АДВ. Нам больше ничего не интересно. Поэтому точная верхняя грань существует, потому что, например, точка B является верхней гранью. Да? Мне были интересны только те иксы, которые меньше или равны, чем B. Отлично. И давайте нарисуем такую точку, вот эту самую точку верхнюю грань. Вот она где-то здесь есть. Смотрите, что в таком случае есть. Во-первых, это какая-то точка отрезка от А до Б. Что значит эта точка отрезка от А до Б? Ну, это значит, что есть какая-то отрезность, которая покрывает эту точку. Ну, из наших множеств А альфа какое-то ее покрывает. Но А альфа открытое множество, поэтому если оно покрывает точку, то там есть какая-то ответственность. Значит, есть какой-то интервальчик, который покрывает. Так? Отлично. Но при этом, внимание, это была точная верхняя грань. Это означает, что любое меньшее число не годится в качестве такой. А почему не годится? Да потому что есть x, который больше. Да. Понятно? Значит, есть такой x, что вот этот отрезок от a до x можно покрыть конечным числом. Этот можно покрыть конечным числом. Это один интервал, он входит в какую-то ашку, И значит, получается, что можно чуть-чуть отойти и тоже вправо, и тоже будет покрыт. И значит, этот самый супренум мы неправильно посчитали. Смотрите, это была точная грань, ну да, что дальше нельзя. А выяснилось, что и дальше тоже можно, и тоже можно покрыть. Идею поняли? Противоречие. Противоречие. Значит, на самом деле супренум рандом. Да. Вот, вот, смотрите, деление пополам – это такая понятная идея, что там все время. Один за другим двоичные знаки, там на 6, а? Или на 10, сколько, на сколько хотите. Вот. А здесь это другая вещь. Здесь мы с вами пользуемся тем, что во время доказательства теоремы существования точной верхней грани мы этим самым делением пополам занимались. Понятно, да? И в анализе так очень часто. При изучении начальных теорем часто бывает, что можно провести рассуждение при помощи деления пополам, а можно сослаться на вот эти понятия открытые, множество замкнутые, множество компактные. Так, ну что, доказал компактность отрезка? Доказал. Хорошо. Теперь про все вот эти множества. Одна из важнейших теорем звучит следующим образом. Не просто отрезок компактности. А оказывается, можно в точности объяснить, что такое компакт. Это одна из простейших и важнейших теорем анализа. Что компакт. Это ограниченное. Тут ограничены, все помнят? Содержится в некотором объекте. Ну, если на плоскости, в некотором круге, если пространство не помешает. Это ограниченное, замкнутое множество. И в принципе, что такое ограниченное множество? Множество, содержащееся в некотором шаре. Ну, отрезки, да, в квадрате, прямоугольники, треугольники и так далее. Это понятно. Что такое замкнутое? Вот это важно, просто не все были на предыдущем уроке. Поднимите руки, кто не помнит, что такое замкнутое. Вы не помните, да? В таком случае нужно все-таки быстренько напомнить, что такое замкнутое. Множество M замкнутое, если оно содержит все свои предельные точки.
сразу надо прочитать определение. Точка N предельная для M, если существует последовательность M1, M2, M3 и так далее, точек из M, такая, что предел этой последовательности равен N. Так, идея понятна? Предельная точка – это предел какой-то последовательности точки из нашего множества. Замкнутое множество – это то, которое содержит все свои предельные точки. Ну, например, если у вас есть открытый интервал, скажите, пожалуйста, он как, замкнут или нет? Как считаете? Почему он замкнут? Потому что вы можете устроить последовательность, которая движется от этой точки, каждый раз два раза приближается. У нее предел будет эта точка, но при этом она не принадлежит открытому интервалу. Так. А отрезок с конца, он как? Он замкнут, да? Потому что ни к какой точке вот здесь не побежишь, да? Хорошо. Ну вот, вот теорема. Теорема. Понятно, что она состоит на самом деле из трех утверждений. Первое утверждение. Всякое компактное множество ограничено. Второе. Всякое компактное множество замкнуто. Третье. Если множество ограничено и замкнуто, то оно компактно. Давайте эти три утверждения мы прямо так напишем. Первое. Компакт ограничен. Ограничен. Второе. Компакт замкнут. Третье. Ограниченное замкнутое множество компактно. Если кто-то из вас сейчас чувствует себя глубоко обескураженно. В смысле? А? И я бы сказал, немножко не в своей тарелке, я могу ответить на это очень просто. Как и в любой такого рода математике, это делается только привычкой. То есть, разумеется, кто-то из вас это слышит не первый раз в жизни. Поднимите руки, кто это слышит не сегодня, а еще до этого когда-то слышал слова там, открытые, замкнутые. Есть такие? Так, одна рука есть. Еще. Понятно, да? Так вот, рассказываю. Ее ощущения и ощущения тех, кто это слышит первый раз в жизни, абсолютно разные. И в норме, но усвоение таких штук порядка 1-2-3 лет. То есть, начав сейчас об этом думать, года через 3 будете понимать, а что ж там будет сложно. И так с любыми такими вещами. И чем раньше начнете, тем лучше. И, ребята, если этим заниматься, что называется, на первом курсе, то как раз к четвертому вы поймете, как же это все было просто. Понятно, да? Я не шучу. Это просто так устроено человеческое восприятие. Всегда новые понятия не сразу человек понимает. Поэтому, пожалуйста, не считайте, если сейчас что-то не понимаете, себя идиотами и так далее. Просто такие вещи, любая новая терминология всегда идет с трудом. Потому что ваш мозг должен для начала понять, а зачем мне это? Вот когда он это встретит несколько раз, желательно от разных людей, то тогда мозг согласится, что ну да, придется запоминать. Это все-таки что-то полезное. Да, а вот пока, кстати, это польза от нескольких предварительных слушаний, потому что действительно тогда мозг гораздо легче согласится, что ну да. Вот. Так вот, не переживайте. Я просто вижу, что некоторые уже совсем завяли. Пожалуйста, что? Нам, получается, не нужно из первого, второго вывести третий. Нет, это три отдельных задачи. Ага, тогда нужно понять, что такое компакт.
А, нет, определение было. Множество называют компактным. Если из любого покрытия можно выбрать, покрытие открытыми множествами, можно выбрать несколько штук. Конечный набор, который тоже покрывают. А, то есть нужно сказать, что его компактное ограничено, либо компактное. Да. И как ни странно, все эти три задачи сейчас для вас легкие. Ну, компактное ограничено, да, это очень важно. Почему? Ну, потому что компактное множество, оно находится, у него есть и верхние пределы нижние. Почему? Точно. Если почему? Почему у него есть верхние точные пределы? Да. Почему компактное множество ограничено? Потому что у нас конечное число, открытых множеств, которое его покрывает. Конечное число открытых множеств, которое его покрывает. Значит, сейчас. Давайте поиграем. Ну, потому что несколько, это по определению несколько множеств. И их пересечение. Смотрите, не бесконечно. Мы сейчас находимся там, где надо учиться говорить. Вот. И давайте-ка я встану в оборону, и хотя бы некоторое время вы попытаетесь рассказать мне доказательства первого пункта, а я буду пытаться не понимать. Напоминаю, множество называют компактным, если каким бы набором открытых множеств вы его не покрыли, из них можно выбрать несколько штук, конечное число, которые тоже покрывают все наше компактное множество. Вот это определение компактного множества. Множество называют замкнутым, если оно содержит все свои предельные множества. Множество называют ограниченным, если оно содержится на отрезке, в квадрате, в шаре. То есть такая точка, что все остальные от нее не больше, чем на определенном расстоянии. Так, открытое множество, оно ограничено. Почему? Например, вся прямая открытое множество, но не ограничено. Ага. Отлично, учимся говорить по-русски. Методом от противника. У нас есть первая задача. Доказать, что компактное множество ограничено. Пусть оно не ограничено. Пусть оно не ограничено. Ну, да, что тогда оно получается прямой. А? Получается, что это прямая. Почему? Почему прямая? Ну, если оно ничем не ограничено. Неограниченное множество. Что это неограниченное множество? Давайте сейчас говорим про прямую, хорошо? На прямой есть какое-то множество чисел. Да. Да. Оно компактное. И что? Оно покрывается множествами различными. Какими? Открытыми. Открытыми. Не слышишь? Открытыми. Но? Оно конечным числом раз. И если оно не ограничено, то... Если мы его как-то покрыли, да, то из этого покрытия можно выбрать, повторяю, если мы как-то покрыли его, любым образом, мы как-то покрыли, то из этого покрытия можно выбрать конечное покрытие. Дальше, да? Ну, а если компакт у нас не ограничен, то и покрытие его не ограничено. Не понимаю. Ну, потому что, например, количество покрытий должно быть не ограничено. Я не понимаю, вы как-то говорите очень непонятно. То есть, если мы компакт не можем вообще никак покрыть открытыми множествами, то, конечно, не можем. Все множество вещественных чисел открытие. Все просто, это все тому. Поэтому всем, просто все вещественные прямой, любое можно покрыть. Между прочим, одна из важнейших функций математического анализа как учебного предмета состоит в том, чтобы просто научить человека не путать слова вроде «следует», «если», «то», «в таком случае», там, «из этого следует это», «из этого следует это». В основном проблемы такие. Проблема не с картинкой. У вас проблема с русским языком. Кстати, все знают, почему в некотором смысле труднее говорить на математике по-русски.
по-русски, чем по-английски. Из-за двойного отрицания. Как в русском языке принято говорить? Нет ни одного такого X, что, правильно? Вот это самое двойное отрицание очень сильно усложняет. Потому что в английском языке там все просто, да? В немецком языке там издевательство. Вот это их любимое nicht в конце предложения. Помните, да? Почему? Я люблю тебя, нет. Они же там так говорят. Они проще начали. Нет, потому что надо сначала дать чертежку, а потом объяснить, что ничего такого не будет. Вот они сначала долго-долго-долго объясняют, а потом говорят нет. Ты сам расскажешь, что ты доказательство теоремы, потом говоришь нет. Нет, так все-таки давайте. Я не готов еще подождать, но в надежде, что вы все-таки докажете. Просто постарайтесь вдуматься. Это совсем простая вещь. Вдуматься в то, что мы хотим доказать. Еще раз, давайте думать. Мы знаем, что множество компактное. Да. Хотим доказать, что оно ограничено. Но вспоминаем, что такое компактное. Значит, если как угодно покрыть открытыми множествами, то из этого покрытия можно выделить конечное покрытие. Так? Так придумайте какое-нибудь такое хорошее покрытие. Смотрите, какое оно должно быть. Оно должно покрывать все множество. И при этом каждый из элементов этого покрытия должен быть ограничен. Сможете так? Да. Пример? Каждую точку покрывать интервалом, которого длина 1. Рассмотрим все интервалы длины 2. Правильно? Каждую точку покрывать интервалом длины 1, влево-вправо, это то же самое, что рассмотрим все открытые интервалы длины 2. Окей, окей, да. Непонятно, зачем 2, но пусть будет 2. Я думал, что динамика как бы... Не важно. Да, абсолютно не важно. Так, вы слышали? А вы понимаете, что вся вещественная прямая покрыта всеми интервалами длины 2? Ну и в частности, любое подмножество тоже покрыто. Mm-hmm. Если оно компакт, то конечная длина боль должен покрывать. Mm-hmm. Значит, получается, что наш компакт покрыт конечным набором интервалов длины 2. Mm-hmm. А это ограниченное множество. То есть у вас есть несколько интервалов длины 2, конечное число. То у них есть самый левый конец, у них есть самый левый. От 2, от 2, 4, 4. Почему? Просто все интервалы длины 2. Тогда у нас... Все интервалы, от x плюс 1 до x плюс 1. Тогда у нас будет ограничение сверху, и тогда будет точная верхняя грань. Да бог с ней с точной. Нам нужно доказать, что множество ограничено. Тогда будет хоть какое-то ограничение сверху, какое-то ограничение снизу. Так, все поняли? Ну, единственное, что это, конечно, знаете, такое вот... идея покрыть множество, это артиллерийская работа, да? Ну, да? Давайте выстрелим в каждую точку по снаряду. Ну, да. Континуум. Да. Вопрос, можно ли нужно обойтись все-таки каким-то более скромным набором интервалов? Конечно, можно. Ну, да. А давайте возьмем интервалы от минус n до n. Где n правильное число? Как это устроено? От минус 1 до 1, от минус 2 до 2, от минус 3 до 3 и так далее. Да. Вы понимаете, что объединение этих интервалов – это вся прямая? Кстати, если на плоскости, то надо просто взять круги, открытые круги радиуса, да? Центр начальника. Идею поняли? Да. Конечное число – это будет что? Это будет интервал. Да. Он ограничен. Да, да, так проще. Да нет, и так хорошо. Ну что, решили? Да. Решили. Молодцы. А потом надо просто вспомнить, что такое замкнутый. Замкнутый, значит, содержится в своей внутренней точке. Ну, или то, что внешнее множество открыто. Можно, но в данном случае так легче. Я поэтому, собственно, написал такое определение. Понятно, что надо от противного. Да? Пусть открытое. Почему открытое?
Так, пусть не замкнут. А, ой, вы думаете, что любое множество либо открытое, либо замкнутое. Так. Это неправда. Давайте я приведу пример множества, которое не является ни открытым, ни замкнутым. Это множество всех рациональных чисел. Смотрите, почему оно не является открытым? Потому что берете какое-то рациональное число, нет у него ответственности, да, которая состоит только из рациональных чисел. Сколько угодно близко к рациональному числу, можно взять и рациональное. Так? Отлично. Почему множество рациональных чисел не является замкнутым? А потому что, когда берешь любое иррациональное число, то сколько угодно близко можно найти рациональное. Угу. И поэтому замыкание множества всех рациональных чисел это сами множество всех чисел, в том числе и рациональное. Вот вам пример. Множество рациональных чисел не является ни открытым, ни замкнутым. И вообще, на самом деле, большинство множеств не является очень особый вид множества открытия. Итак, пусть компакт не является замкнутым. То есть у него не в тех. Кстати, как будет в открытии замкнутый? Все понимают? Closed. А открытый? Open. Open. А компакт? Так и будет. Так и будет компакт. Замечательно. То есть у него не все предельные точки. Хотя бы одна ему не принадлежит, да. Вот надо именно ее взять и посмотреть. Бедок такую точку, предельно, к которому стремится некоторое множество. Но не может. Ребята, еще посмотрите на эту точку. Вот честное слово, у вас дом такой нет. Ну признайте, что вас нет. Да. Нет, если честно, конечно, по сравнению с главным зданием МГУ, где много лет назад проходили занятия малого мехмата, вообще же с 1982, по-моему, по 2017, или даже до 18, не помню, занимались же и главным зданием. Да, там несколько недель, когда сессия. Да, да. Вот. Нет, именно не во втором, не в ГУМе, а... Да, и мы главным зданием. Там было очень красиво. Оно совершенно замечательное вообще. Там зал огромный. Ужасно, если его подвергнут реновации, между прочим. Ну, сейчас в Москве там многие здания сносят и заменяют на новые. Точно не хочу, чтобы главное здание МГУ реновировали. Вот. Но согласитесь, что как-то странно, хоть нас и выгнали из главного здания, но мы цепляемся. Все-таки люстры хорошие. То есть у нас в жизни... Будем цепляться за этот кабинет? Нет, смотри, главное здание было огромное, высокое. Я его очень люблю. Вот. Зато здесь есть люстры. Да, все понимают, почему оно, кстати, такое красивое. МГУ? Да. Потому что высотное. Высотное, высотное, много есть высотное. Сталинский ампир? Да не так уж и ампир, оно там вполне себе. Не, называется еще стиль сталинский ампир. Потому что оно еще и расположено на горе. Mm-hmm. Если вы вспомните, не зря там называется Воробьёвы горы. Но оно далеко, правда. И, может, и далеко. Но именно поэтому из многих мест Москвы оно видно. Оно именно такое на горе, над рекой. Да? И вот. Ну и, конечно, в высшей степени здорово, что между главным зданием и рекой там сделано в точности то же самое, что в Париже. Видели вид из Эйфелевой башни на музей инвалидов? Точно нет. Нет, музей инвалидов это одно из красивейших зданий Парижа. Это стеклянная хата? Нет, стеклянный это Лувр. Музей инвалидов это потрясающее красивое здание. Между прочим, в нем действительно очень долгое время жили инвалиды, ну, в буквальном смысле. Вот оно было специально построено в виде такого абсолютного дворца. Именно для того, чтобы показать дань уважения Франции, ветеранам войны. Вот. Сейчас там расположен военный музей, ну, то есть всякое оружие, всякие там ну, воспоминания о войнах, подсказка. Итак, работаем от противника. Пусть, значит, есть одна точка, в которой мы сидим. Предельная точка, в которой мы сидим. Так, пусть есть предельная точка, не принадлежащая множеству. Значит, есть какая-то последовательность. Да. Принадлежащая тому множеству. Последовательность точек множества
Сходящий секрет и сам предел. Да. Вот это на правой доске написано, да? Заметьте, N не принадлежит множеству. А все точки принадлежат? А все точки M1, M2 и так далее принадлежат, да. Да, теперь думаю, что это важно. Как они нам могут помочь? А вот теперь нужно придумать открытое покрытие, из которого нельзя выбрать конечное покрытие. Один, два. Точнее, один, ноль, один, один, два, квадрат. Думайте. Вообще, самое сильное впечатление от Парижа у меня было от того, что парижане любят крыс. Это все знают? А еще какой-то кусачий лап. Нет, крыс они любят не есть. А история простая. Значит, у них, во-первых, были террористические акты, когда закладывали взрывчатку в урны с мусором. Да? В мусор. В урны с мусором. Поэтому, повторение, они сделали урны прозрачными. То есть это просто такие полиэтиленовые мешки. Прозрачные полиэтиленовые мешки. Ну и, соответственно, идешь по городу, и довольно часто такой мешок прозрачный, видно все, всякой гадости, которые там лежит. Пока все понятно? Отлично. Там, в общем, теплее, чем в Москве. Ну, в среднем. Ну, то есть не то, чтобы это совсем очень нужный город. Ну, то есть, но в среднем там теплее. Там он поежнее чуть-чуть. Что? Чуть поежнее, там еще гольфстрим поближе. Да, да, да. Замечательно. А теперь догадайтесь, что будет, если нет таких вот суровых морозов, которые убивают все живое на улице. Разумеется, крысы будут жить. Да. И идешь по городу, в центре города, вокруг красиво, замечательно, чудесно. Смотришь, урна, там крыса сидит и что-то ест. Идешь дальше, видишь следующую урну, опять сидит и что-то ест. И это настолько часто, ну не знаю, у меня просто особая ненависть к крысам, потому что одна моя ученица просто умерла от крысы, вот, и я уже по этому поводу и боюсь. История очень простая, там просто на даче случайно куда-то сунулась, и крыса ее один раз укусила. Этого оказалось достаточно для заражения, после которого девочка, абсолютно замечательная, чудесная девочка, в общем, превратилась в живое, но безмозглое существо. То есть отрубила нервную систему полностью. Mm-hmm. Вот, это абсолютная катастрофа для родителей, ну и для всех, кто ее знал. Вот она в математическом классе училась, в 1543 школе, где я работал. Вот, и, в общем, после той истории я с ужасом смотрю на любых крыс, да ведь один укус. То есть не то, что она ее там что-то такое отодрала и так далее. Нет, ну, один укус крыса тоже достаточно, чтобы да, убить. Да, я понимаю. Так, ну и как это связано, то, что теоретический акт, и то, что парижане любят крыс? Ну, если бы не дети теоретический акт, то они бы делали закрывающиеся урны. Бороться с крысами очень легко. Когда у вас урна просто жестко закрывается. А что они их любят? Ну как бы почему-то вот конкретно, я в других городах нет, но конкретно в Париже, что за боязнь террористического акта перекрыла всех этих крыс. Можно просто бачок делать такой крепкий, что ли? А это кого? Делаешь крепкий бачок, когда подбрасывается в чат, и он превращается в урну. В том-то и улице. Они уже разрешили крыс в городе. Лишь бы лишить террористов вот такого способа. Кажется, придумал. Да, пожалуйста. Вот у нас же здесь, и так как компакт, он ограничен, у него есть нижняя какая-то граница. Да. Значит, берем интервал, у которого первая, как бы, точка, которой нет в этой нижней границе. А вторая... Вы выйдите и поговорите под записи. Хорошо. Мне одна спасибо. Ну, а ничего не нужно. Развинитесь к народу и поговорите. Давайте. У нас у
компактного множества есть нижняя граница. Точная нижняя граница, да. Я почему-то считаю, что у нас вот, вот эта вот штука, которая последовательность, она как бы стремится вверх. А это не важно, куда ты стремится? У меня наверх стремится. Ну, пусть стремится вверх. Все, класс. Значит, у нас есть нижняя граница, и, значит, это будет первая, ну, нижняя точка нашего интервала, как бы, которой нет, но она не граница интервала. Да-да. А вторая точка, это будет, ну, у нас будет много интервалов, и их вторая точка, их вторая граница, это будут вот эти вот точки, которые сходятся в N. Тогда, по идее, ну, их бесконечно много, потому что этих точек это как бы это предел, значит, это последовательность бесконечная. И, собственно, вроде интересно, почему это будет покрытие. Дело в том, что когда вы берете интервал, это даже не обязательно от нижней границы, от минус бесконечности до B1, да, открытый интервал, то возмутить этот образ именно точка B1 и не будет принадлежать. Да, но когда мы берем следующий интервал, она будет уже принадлежать. Понятно. То есть вы считаете, что последовательность возрастающая? Я не говорю так, что плохо. Почему? Нормально. Для случая возрастающей последовательности. Вы придумали интервалы, да, вот эти лучи. Давайте от минус бесконечности, да, окей, можно до бета. Да, да? Да, да. Если последовательность возрастает, то действительно это покрытие. Правда, вы покрываете все, что меньше, точки n, все, что больше, надо будет покрывать отдельно. Угу. Вот. Но тем не менее, это будет покрытие. И конечное покрытие не выпьешь. Понятно? Да. Ну, единственная проблема, что делать, если последовательность не является возрастающей. Вообще-то на прошлом занятии мы обсуждали, что если у вас есть какая-то последовательность, сходящаяся к числу, да, то из нее можно выбрать подпоследовательность, да, которая или убывающая, или возрастающая. Да. И тогда уже ваше рассуждение придет. Да. Ну, в одном случае, ладно, если она убывающая, надо говорить о плюс бесконечности. Ну и добавить. С другой стороны, добавить просто целиком луч. Да. То есть, например, если, ну, да, у нас эти m возрастают, то нужно взять такой луч, открытый луч от n до минус бесконечности. Да, да, чтобы все, а все еще от минус бесконечности до mk. Mk. Ну, да, все. Да, 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 да. Так, поняли его решение? То есть, получается, да. Поняли решение? И это действительно открытие покрытия. И конечным числом штук не обойтись, потому что возникает дырка между числом n и числом, да? Все, спасибо. Может быть, кто-то сумеет как-то упростить это. Видно, что немножко использовал теорему о выборе из любой сходящейся последовательности, монотонной последовательности. На самом деле, может, без этого. Дайте еще раз повторю, что мы сейчас делаем. Так, пожалуйста, внимание на доску, ребята. Если у кого-то есть вопросы, просто я вижу по глазам, что некоторые сейчас уже вообще ничего не понимают. У вас есть возможность задать вопрос? Сейчас, в принципе, что? Да, еще, кто сюда пришел из первого занятия, вот за эти самые две недели я очень постараюсь все-таки выложить. Посмотрите эти записи с первого занятия. Ну, все-таки мы идем довольно быстро. Да, и еще, через небольшое время вся эта абстракция закончится, и начнутся гораздо более простые счетные задачи. То есть не надо думать, что это навсегда. Просто, ну, когда-то надо было этот логический путь пройти. Так, еще раз. Напоминаю, что здесь есть. Компакт. Это множество. Из любого покрытия, которого открытое множество, открытое, это написано вот здесь. Множество, которое вместе с каждой своей точкой содержит ее какую-то крестность, да, целиком. И вот, так вот, из каждого покрытия открытого множества можно выбрать конечное число штук, которые тоже покрывают. Это оно. Мы хотим доказать, что он замкнут. Как доказано? Предположим, что он не замкнут. Что значит не замкнут? Значит, вот это неверно. Да? Что значит неверно? Замкнутое должно содержать все свои предельные точки. Не замкнутое, значит, есть какая-то предельная точка, которую не содержит. Да. Пока все логично? Логично. Логично.
Вот эта предельная точка обозначит n. Да. Вот она не принадлежит множеству m, но при этом она является предельной. То есть она является пределом последовательности точек множества m. Mm-hmm. Пока все понятно? Да. Ребята, теперь нужно легко показать покрытие множества m. Да. Если взять луч от m, ну, от минус бесконечности до m-1, потом интервал от m-1 нет, до... конечно. Нет? Конечно так. До смотрите. M-3. Берем M-3. Объединение по всем натуральным числам k. Таких множеств. От минус бесконечности до n. Так, n это не натуральное число, это то n. Uh-huh. Та самая, не знаю, зачем я так обозначил, вот, да? n минус 1 кт. Вы понимаете, что это такое будет? Будет, ну, да. Это всевозможные лучи, которые начинаются на одну кату левее, чем наша предельная точка. Uh-huh. И еще от n плюс 1 кт. До чего? До плюс бесконечности. Это вот такие вот. Да. А вы понимаете, что они вместе при объединении по всем k дадут вам все, кроме точки m? Это да. Да. Потому что один луч – это n минус 1 и все левее. n минус 1 вторая – все левее. n минус 1 третья – все левее. n минус 1 четвертая – все левее. И все это вместе даст все левее, чем n. А вот эти дадут что? Все правее, чем они покрывают все. Но n нам покрывать не надо, потому что n не принадлежит нашему множеству. Да? Отлично. А конечное число таких штук. Слушайте, вообще-то они же вот эти вот, устроены так, что ну, каждый следующий больше предыдущего. Да? Поэтому объединение нескольких штук – это в точности такие два луча. Да. Но если это объединение содержит наше множество, то точка n не является предельной. Да. Понятно? Да. Угу. Поняли? Есть число n. Так? Есть число n. И есть такие точки. N минус 1, n плюс 1. И первое множество устроено так. Это открытый интервал от минус бесконечности до сюда. И отсюда до плюс бесконечности. Это первое открытое множество. Почему оно открытое, понятно? Потому что вместе с каждой точкой содержит окрестность. Хорошо. Второе открытое множество. Получается очень просто. Надо взять n минус 1 вторая, n минус 1 вторая. И посмотреть здесь все, что правее, и здесь все, что левее. Это открытое множество номер 2. Открытое множество номер k определяется так. N минус 1 ката, ну и до минус бесконечности туда, влево все. И здесь N плюс 1 ката и вправо. Это катое множество, так? Их бесконечно много. Поскольку последовательность 1, 1, 2, 1, 3 стремится к нулю, то вот все эти штуки, они вместе покроют все точки левее, чем n. А все такие покроют все точки правее, чем n. Понятно? И значит, поскольку у нас точка n обладала тем свойством, что она не принадлежит множеству, помните, была предельная точка, не принадлежащая множеству, то реально мы покрыли всю прямую, кроме точки n, и значит, покрыли все множество m. Поняли? Но множество m компактно. Поэтому из них можно выбрать конечное число штук. Когда конечное число штук берете, реальное их объединение это будет вот такое множество. Туда и здесь туда. Понятно? И при этом это должно покрывать множество m. Значит, между этими точками ни одной точки из множества m нет. Но тогда точка n не является пределом. А. Вот здесь вот есть такой интервал от n минус 1 ката до n плюс 1 ката, где вообще нет точек из n, потому что оно множество n покрыто вот этими двумя лучами. Значит, оно туда не стремится. Это... А? Значит, туда не стремится ничего. Значит, точка n не является пределом. Теперь поняли? Спасибо. Ну, отлично. Вообще, вам, что мы сделали.
Теперь третий. Обратно. Любое ограниченное замкнутое множество. Можно покрыть несколько. Я сегодня тоже это сказал. На первом круге? Нет, на этом. Вспомните, что мы сегодня делали. Отрезком покрыли. Совершенно верно. Единственная проблема. Единственная проблема. Какое-то доказательство было у меня сегодня не очень. Потому что я же хочу, чтобы это работало и для квадрата, и для куба. А доказал я это только для отрезка. Ужас-то какой. Как же свести ограниченное замкнутое к тому, что я уже все доказал для отрезка? Ну, отрезок... Подумайте секунду. Вот мне дали ограниченное замкнутое множество. Но при этом я сегодня доказал для отрезка. Можно придумать однозначное соответствие данного множества. Как свести задачу про любое ограниченное замкнутое к задаче про отрезок? Проекцию? Нет. Должен подумать о чем. Ну, как доказательство с половинами там же работает. Что? Если мы доказываем через деление пополам отрезка, то мы также можем делить любую фигуру, любое множество. Ну и все. Метод деления пополам работает лучше работы. Отрезок эффект. Да, да. Хорошо. Это сейчас быстро скажу. А если без деления пополам? А если без деления пополам, то сами тоже легко. Смотрите. Для начала все-таки я быстро скажу деление пополам. Хорошо? Просто мне некогда надо сейчас занятие. Господа, давайте, вот пусть есть. На плоскости буду рассказывать. Пусть есть какое-то множество. Мы знаем, что оно ограниченное и замкнутое. Что значит ограниченное? Значит, его можно поместить в прямоугольник. Замкнутое – это значит, оно содержит все свои определенные точки, так? Предположим, что оно компактное. Тогда что? Тогда оно покрыто каким-то там. Тоже странно, не важно, да? Но покрыто каким-то открытым множеством. И из этого покрытия нельзя выбрать конечное покрытие, так? Отлично. Давайте прямоугольник разделим на 4 прямоугольника. Ну, каждый по размеру, по ширине и по высоте. Если вот эту часть можно покрыть конечным числом, и эту можно покрыть, и эту, то и все множество можно покрыть конечным числом, так? Значит, хотя бы одна из этих частей не может быть покрыта конечным числом из наших вот данных открытых множеств. Ну, пусть, например, вот это нельзя. Понятно, что я хочу сделать? Я разрежу это пополам. И одну из четвертушек тоже нельзя будет покрыть. Разрежу ту четвертушку, которую нельзя покрыть, например, вот эту пополам. И так у меня получается последовательность отрезков. Каждый в два раза короче предыдущего, является частью предыдущего. И из этой последовательности вложенных отрезков можно что сделать? Найти точку общую для всех этих отрезков. Так? А? Ну, помните, да, точная верхняя грань левых концов. Да? Или, если угодно, точная нижняя грань правых концов. Вот, отлично. Ну и здесь то же самое. И у нас будет точка, которая обладает замечательным свойством. Она является общей для такой убывающей последовательности прямоугольников. Каждый прямоугольник по площади в 4 раза меньше предыдущего. По ширине 2 раза, уже по высоте 2 раза. Отлично. Ребята, эта точка при этом является, естественно, предельной точкой. Понятно почему? Потому что в каждом прямоугольнике можно выбрать хотя бы одну точку в нашем множестве. Вот она будет предел такой последовательности. А раз она предельная, значит она принадлежит множеству. А раз она принадлежит множеству, значит, она покрыта одним из наших открытых множеств. Значит, вместе со своей окрестностью она покрыта. И значит, поскольку окрестность кружочек, да, то рано или поздно какой-нибудь прямоугольник туда провалится. И будет покрыт одним открытым множеством. Хотя мы говорили, что нельзя покрыть никаким конечным напором. Так, все поняли? Это называется.
называется доказательство по себе это имя было. Да. Ну, что-то похоже на метод бесконечного спуска. Нет, что это другое. Метод я не попадал, но сейчас в классическом виде можно сказать. Так, теперь, а как же можно было без них обойтись, если считать, что мы уже знаем для теста? Это на самом деле на плоскости так же. Ребята, представьте, это здесь обрез, и там есть какое-то замкнутое вода. Да? Не важно какое. Вода, надо сделать следующее. Вот есть покрытие наших замкнутых подножек. Надо взять и кроме этого покрытия еще рассмотреть наши подножки. Отрезок от обода. Надо рассмотреть такую вещь. Множество вещей. Число без M. Это открытое множество. Да. И вместе с теми там, интервальчиками, любое открытое множество, которое покрывали M, оно вместе с ними покрывает всю прямую. Да. Если оно покрывает всю прямую, то оно покрывает, в частности, отрезок от A минус 1 до B плюс 1. А отрезок компактен. Да. Я не знаю, зачем я делал такое, можно было и от А до Б. Без разницы. Отрезок компактен. Что-то я вот про B плюс 1 я не знаю, что? Ну, что? Отрезок компактен. Значит, конечное число покрывает. В это конечное число можно это входить. Но оно нам вообще не нужно. Потому что покрывать тем, с участием этого или без участия, это без разницы. Поняли? Все, что нужно здесь понимать, что дополнение к замкнутому множеству открыто. Ну, а это известно по простой функции. А также берете, вписываете в какую-то там прямую, не знаю, во что угодно, и берете дополнение к нашему множеству. Оно открыто. И вот это дополнение вместе с теми, которые вы покрывали, уже покрывают там кубики или пиксели. А мы знаем, что он компактен.